Найтінгел – британка, яка все своє життя присвятила роботі медичною сестрою в багатьох країнах світу. Першою збагнула необхідність реформи в медичній освіті, без якої будь-який прогрес у лікуванні хворих може бути зведений на нівець. Медаль імені Флоренс Найтінгел – нагорода Міжнародного комітету Червоного Хреста, яка була заснована в 1912 році. Це найвища міжнародна відзнака, яка присуджується медичним сестрам і братам за виняткову хоробрість і самовідданість при наданні допомоги людям. Валентина Степанівна Басова, голова Дніпровської і Корківської районних організацій в Запорізькій області. Вона присвятила все своє життя тим, хто потребує допомоги. Вона має 48 років досвіду медичної роботи і ще більше років турботи про інших людей. Валентина Степанівна та її друзі дали приписку вісьмом сім'ям внутрішньо переміщених осіб. Вітаємо вас, запрошуємо. Я считаю, что в этой награде причастны все сотрудники областной организации, вся область, которая старается, работает, помогает бедным, немощным, слабым, оказывает им всяческую посильную помощь. Трудно очень со средствами, на все нужна материальная помощь, чтобы как-то помогать людям, нужна материальная помощь. В этом сейчас сложность. В Запорожской области много очень беженцев с Донецкой и Луганской, переселенцев с Донецкой и Луганской области. И не сложность, а просто работы добавилось, люди идут, им нужно давать одежду, нужно искать, кому телевизор нужен дома, кому там предметы первой необходимости, вот инвалидам, там, каталки, там, ну и прочее, и прочее. В этом как бы просто работы добавилось нам. А так это наша обычная работа. Наверное, это призвание. У меня этой работой занимается вся семья. Мне помогает сын, очень помогает. Никогда, когда бы я ни сказала, мне нужно то-то, то-то, то-то нужно. Там для такого-то больного что-то нужно. Это всегда и сын, и муж, и внучка маленькая. Была совсем маленькая, она приходила в Красный Крест бездомным, там раздавала хлеб. И невестка, и все мне помогают, поэтому это как бы у нас это семейно. Помогать людям – это дело нашей семьи. Від самого початку конфлікту Наталя Миколаївна та місцеві волонтери надавали першу допомогу пораненим, супроводжували внутрішньо переміщених осіб і людей до пунктів евакуації та медичних закладів. Протягом 19-го року волонтери Червоного Хреста допомогли близько 200 тисячам людей з Луганської. Были моменты во время войны, во время конфликта, в результате которого мы помогали людям, безразлично кому это были, и старики, и дети, волнуюсь, которым нужна была наша помощь, поэтому мы первыми приходили к ним. Это было и до конфликта, а во время конфликта это обострилось, брошенных людей очень много осталось, стариков, которым нужна была наша помощь. Прежде всего, это была психоэмоциональная поддержка, поддержка продуктами питания, предметами гигиены. Ну и всем, что просили люди, то мы оказывали, тем и оказывали помощь. Человек, который приходит к тебе и просит помощь, ему нужно ее оказать. А как правило, ты должен найти выход в любой ситуации и дать ему что-то, что-то поблагодарить, выслушать, провести, сесть, поговорить вместе, выпить вместе чаю. Поэтому, наверное, это самое трудное, чтобы выслушать человека, но дать ему какой-то вид помощи, чтобы он ушел удовлетворенным, чтобы он ушел с закрытой своей болевой раной. Бывают случаи, конечно, не удается. Люди уходят с обидой, с ожесточением, с какой-нибудь бедой все равно идут, уходят. Не всегда. Есть моменты такие, но это очень мало, редкие случаи, когда человек уходит без
участия нашего. В основном мы что-то как-то помогаем. Подходите, ближе, все. Мы полы прямо.